Помещение для нового почтового отделения связи в поселке Внеисок выделили буквально пару месяцев назад. И этого открытия жители ждали очень долго. Если раньше для получения посылок им приходилось ездить в Перхушково или Лесной городок, то теперь почтовое отделение находится совсем рядом. У меня самое радостное впечатление, потому что раньше за моими посылками из Алиэкспресса мне приходилось ездить в отделение в Лесной городок. Это не совсем удобно. Более того, когда ты учишься, у тебя совершенно нет времени туда попасть. А здесь открылось отделение прям очень близко к нашим общежитиям. Можно в любой момент прийти и забрать свою посылку. Красная символическая лента перерезана, и новое почтовое отделение готово к работе. По словам жителей, оплачивать услуги ЖКХ, заказывать письма или получать бандероли стало намного проще. И для этого не нужно стоять несколько часов в огромных очередях. Пока здесь работает одно операционное окно, но если проходимость будет больше, то их количество планируют увеличить до 3. Открытие почтового отделения – это, конечно, огромный вклад в социальную инфраструктуру. Огромное спасибо хочется сказать главе Одинцовского района Андрею Иванову за помещение, которое предоставлено Почте России. Огромное спасибо хочется сказать руководству Почты России, которые все-таки открыли почтовое отделение на территории поселка Внеисок. Количество жителей, конечно, очень огромное, стало более 10 тысяч здесь. И одно почтовое отделение городского управления «Лесной городок» не справлялось с таким объемом. Новое почтовое отделение связи находится по адресу поселок Внеисок, дом 4. Часы работы с 9 до 6 со вторника по субботу, воскресенье и понедельник – выходные дни. Однако это открытие почтового отделения не последнее в этом году. В Одинцовском районе запланировано открытие еще нескольких почтовых отделений. С приходом современных коммуникаций интерес к почте среди жителей не угас. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».